И снова здравствуйте, любители и профессионалы спорта. Бойцы ММА продолжают готовиться, участвовать и побеждать. Боксеры-любители претендовать на лидерство в России, а профессионалы по-прежнему в мире. Ударные вести прямо сейчас. Бокс, рукопашка, панкратион, ММА. Пожалуй, весь боевой арсенал перепробовала эта хрупкая леди. Около 3 лет назад любовь к контактным видам спорта привела ее к смешанным боевым единоборствам. Теперь в гардеробе бойца-профессионала Илоны Дауровой больше спортивной одежды в стиле ММА. На днях из Пекина воспитанница Ибрагима Тибилова с убедительной победой вернулась домой. И мы поспешили к ней с поздравлениями. Спасибо большое за поздравления. Участвовала я в Green Mail Fight Night в Пекине с местной спортсменкой. Она была ушу-сэндеистка, в стойке в основном работала. Все 3 раунда прошел бой, в основном в партере. Где-то минуту мы поработаем в стойке, заходила на борьбу, потому что в стойке с ней мне было бы тяжело. Удар у нее очень тяжелый, спортсменка хорошая. Чисто из-за борьбы я, можно сказать, выиграла все 3 раунда. А ты когда готовилась, ты знала соперницу? И сколько у тебя было времени подготовиться на этот промоушен? У меня было буквально где-то 4 недели, ну, не полный месяц для подготовки. Да, я видела бой ее, в принципе, знала, на кого готовлюсь. И по решению судей? По решению судей, да. Победу одержала я. С кем ты полетела, кто тебя секундировал? Поехала я с Вячеславом Гагиевым, спасибо ему большое, тоже просекундировал очень хорошо, он мне помог. Огромное ему спасибо. Я в этом спорте давно, знаю много ребят, менеджеров. Вот. Сравнительно недавно на меня вышел один менеджер и предложил из девчонок кому-то подраться в китайском промоушене. Так как у нас занимается Илона уже давно, и мы за короткое время приняли решение, после долгого простоя, все же рискнуть и выступить. Так как она активно занимается, без подготовки, но держит себя в форме. Поэтому мы решили все же за короткое время подготовиться и рискнуть. После долгого простоя она особо не чувствует дистанцию. А так все же самое главное – это характер и поведение боя. Активность, самое главное. Даже в усталом состоянии она пыталась доминировать, проходить, контролировать позиции, бить. Но все же работать надо на функциональными качествами, на подвижности, на тактическом поведении боя. Работа еще есть. Я думаю, мы в скором времени покажем хорошие результаты в хорошей активной форме ведения боя. Сразу поступила предложение подраться в ближайшее время еще, также в китайском турнире, но мы решили, что после долгого простоя нам надо чуть-чуть время восстановиться и подготовиться. То есть не хотелось бы рисковать, надо у нас поправлять рекорд и уже пытаться выйти на более крупные организации. Есть ли еще в твоем десанте, в твоем зале девочки? Девочки так таковых нет. Основной боец наш Милан Дуди UFC, так после декрета она сейчас постепенно восстанавливается. Надеюсь, в ближайшее время мы сможем увидеть ее триумфальный выход снова на самый великий промоушен UFC. Кого еще ждать и будут ли мужчины? Да, в ближайшее время у нас как бы в китайском промоушене я дал уже кандидатуру несколько ребят, чтобы они попытались тоже из молодого поколения нашего выступить. Так, на сегодняшний день у нас готовится. На любительском турнире это будет отбор на мир по UFC MMA. Это будет 2 числа. Там выступит 2 бойца у нас. Также у нас готовится Тамерлан Кабулов. 16 апреля в ACB будет драться. У нас готовится Кожиев также по MMA на UFO. То есть ползала в активной подготовке. Мы стараемся развить в нашей республике MMA, что в ближайшее время уже наши республики тоже говорили как о главных претендентов на пояса, на чемпионство и так далее. У тебя возникали трудности с спарринг-партнером? Честно сказать, да. Трудности возникают, потому что
Девочек нет. Девочек нет. Мальчики боятся. Мальчики не то чтобы боятся, ну не знаю, особо не бывает у них желания поработать с девочкой, да, или там еще с кем-то. А вот в каком весе ты проблема. Выступала? Выступала на 60. Я, насколько знаю, ты контракт подписала с UFC. Какие отношения сейчас с ними? С ними? Можно сказать, что уже никаких отношений, потому что, я не знаю, у них там с финансированием что-то получилось так. С ними больше меня ничто не связывает. А здесь я буду продолжать выступать. Организация шоу хорошая, на каком уровне? Да. С чем можешь сравнить из российских промоушенов? Ой, вот это я даже не знаю, что вам сказать. Чем много приходилось участвовать везде? Приблизительно. Ну, я думаю, с ACB могу сравнить. Да? Да. Организация хорошая, шоу, это все, ну, на высшем уровне, могу сказать. Ну и не могу не спросить, надеется ли нам в этом промоушене, что предложат титульный бой тебе? Надеюсь. Ну ты засветилась еще в лиге ACB, которая набирает большие обороты. Провела там, насколько я знаю, бой. К сожалению, да, этот бой я проиграла. Но он был очень красочный, интересный. Будет ли реванш? Я бы хотела, чтобы у меня был реванш, потому что на тот момент у меня было всего лишь 2 недели для подготовки. Мне набрали за 2 недели буквально. И 1 неделю, можно сказать, я была еще и на других соревнованиях. Так что я бы хотела с ним встретиться еще раз. Есть ли надежда, что мы его увидим в ACB еще? В ACB, да. Сейчас мы просто поправим Лику, потому что ее в ACB тоже как бы знают, они готовы пригласить. Просто у них Зайра Дышекова, и я думаю, вот после некоторых активных боев я попрошу сделать просто матч-реванш с Зайрой. Я думаю, они не откажутся, так как она уже поправит, уже будет зрелищным бойцом, и в ближайшее время попрошу я ее. Вы будете подгоняться под ней? Ну, посмотрим, так как она тоже бывает гоняет весь на 61-65 дерет. Если 61 мы сможем договориться, это будет и им хорошо, а нам еще лучше. Так как у нас это реванш и зрелище. Ну а к бойцам легкого и среднего веса мы направились в Ордон, где тренер, он же боец, рассказал нам о предстоящих турнирах и подготовке своих воспитанников. Ну, сейчас у меня ближайший старт 30 апреля. Это будет бой за титул чемпиона России по единоборству К9. Ну, это единоборство, там как больше профилируется, там выступают сотрудники силовых структур. Это Альфа, там ОМОН, СОБР. Ну вот, 30 апреля у меня там будет бой, потом у меня должен был быть бой в феврале в Америке, на Гавайях, с Андресом Квинтана, он участвовал в ТУФе. И вот наш бой перенесли на июнь. На Гавайях, это рейтинговый бой, но там будет матчевая встреча сборной России против сборной США. И вот в рамках вот этого турнира будет бой. А кто в команде России еще из наших ребят? Ну, в команде России из Северной Осетии только я, а так там ребята из Дагестана, такой прославленный боец, вот, который сейчас стал чемпионом на ACB, это Магомед Магомедов. Он в том числе Сергей Баль, ну там много таких именитых ребят. Что в ближайшее время ждать от твоих воспитанников, кто куда готовится? В ближайшее время у нас по любителям это чемпионат Северокавказского округа по ММА. Ну и вот как вот все вместе сообща готовимся. Махар Каргинов сейчас к нам приехал, уже месяц он с нами тренируется. Как он тоже готовится на Беркут. Мы ему помогаем, он нам помогает. Такая как взаимопомощь. А непосредственно твои воспитанники, помимо СПО, какие-то есть планы на профилинге? Ну, планы есть, конечно, дай бог, чтобы у нас все получилось, но ближайшие старты по профессионалам нас ожидается в августе. Это запланировано. Ну, я смотрю, Олег Мишка в зале тоже. Ну, Олег уже как сейчас проходит как бы реабилитацию, втягивается по чуть-чуть уже после травмы, вот как раз вот, ну, ожидаем его возвращения вот именно на августовском турнире по профессионалам. Там надеемся его увидеть. Готовлюсь на ACB 33, который будет проходить в Грузии, в Тбилиси. Соперник мой Денис Муцник из Казахстана. Вот приехал в Ордон, так здесь лучшие легковесы республики.
готовит меня Марат Илаев. Что знаешь о сопернике? Что можешь сказать? Соперник очень опытный. У него рекорд 11-2. Он базовый борец. И вот подбираем под него тактику, готовимся под него. Будем готовы во всех аспектах боя, но больше ставлю акцент на удар, на работу вторым номером. Да. Будет он пытаться, думаю, бороть, но мы его будем встречать. У нас есть план Б, думаем, в партере его поймаем. Ну, там выйдем, посмотрим, как будет все на деле. Все бои в профессионалах закончены в партере. И думаю, опять же будем искать счастье в партере. Здесь совсем другая методика тренировок. С такой методикой тренировок, думаю... А чем кардинально получается? Все по программе. Тренер все рассчитывает, вплоть до питания. Он говорит, чем питаться, когда отдыхать, что делать. Вот вплоть до мелочей все говорит. А, намного легче так. И по сколько тренировок в день проходит? Две тренировки утром и вечером. Сколько часов? Утром 2 часа, вечером 2,5. А вот неделя как проходит тренировочная? Вот так, вкратце опиши. Каждое утро у нас бывает кроссфит, набор функционалки. Понедельник стойка, вторник борьба, в среду большой кросс, в четверг грэпплинг и в пятницу все вместе связано. Впереди у бойцов-любителей календарные соревнования, куда они так же, как и профессионалы, упорно готовятся. Кто эти спортсмены, мы поэтапно будем о них рассказывать в наших последующих выпусках. Пожелаем им всем удачи, легких побед и меньше травм. Ну а этим вечером хочу напомнить, за титул чемпиона мира организации Pro UFC сразится Ибрагим Тибилов. Безусловно, мы ждем от Ибрагима победы и красивого боя. Самостоятельно, кто хочет по кругу, кто хочет здесь прямо. 15 минут, время пошло, работа пошла. Поехали. Юный состав боксеров-любителей порадовали результатами с нескольких соревновательных этапов, на которые они поучаствовали и стали победителями. Тренерский штаб очень доволен своими воспитанниками и возлагает на лидеров большие надежды, ведь впереди у них этапы чемпионатов России. Мы были на отборе на юности России. Туда мы забрали 5 наших боксеров. Сармат Зодзиев, Давид Мамаев, Аслан Диоев, Кетак Тецоев и Марат Козонов. Они все стали чемпионами и вышли на финал России. Финал России у нас будет с 15 по 22 мая в городе Анапе. Только что мы вернулись с города Шахты Ростовской области. Там тоже проходил всероссийский турнир класса Б имени Луганцева. Там тоже 5 наших боксеров стали чемпионами. Мы туда еще подключили маленьких. Они тоже вдвоем вот у нас, Гаглой и Козаев, тоже стали чемпионами. Несколько турниров мы выберем сейчас и будем готовиться на чемпионат России, потому что чемпионат России – это заключительный турнир, где, я думаю, что в прошлом году у нас Зодзиев стал призером. В этом году мы думаем, что надо привести чемпиона. Так что ребята стараются. С 3 мая у нас по 15 сборы пройдут. Широкой балке, это недалеко от Анапы, там мы их подготовим, там и климат такой же подходящий. И 2 недели мы там поработаем, и 15-го уже у нас чемпионат России. Будем ждать от них хороших успехов. Понравились сами соревнования, было сложно, боксировали как могли, очень устали. Все заняли первые места, все вышли на чемпионат России. И очень хорошие награждения были, бои тоже очень красивые, хорошие. Ну, все понравилось на этих соревнованиях. Место проведения тоже самое, очень понравилось. Мне наградили еще кубком за волю к победе. Я провел 2 боя и оба закончил техническим нокаутом. Выиграл. Сколько ты поединков пробил? 1 бой. А сколько ты боксом занимаешься? Почти 2 года.
Походу, это твои первые соревнования? Четвертые. А где еще участвуют? На Гире, а еще раз в шахтах, в Сочи и сейчас опять в шахтах. Я решил работать вторым номером. Соперник сразу же полетел на меня. Я начал обходить его со степами. Пытался уклоняться, но слабо получалось. И первый раунд, думаю, я чуть проиграл, но во втором раунде я собрался и проводил больше встречных ударов и нокаутировал его. Ну, сначала чуть растерялся, может, не хватило опыта, но во втором раунде я собрался, мои секунданты мне все подсказали, тренер мне все объяснил и сосредоточился и выиграл. И следующий бой тоже таким же образом провел. Против меня вышел парень, который боксировал за Краснодарский край. Также мы с ним боксировали. Во втором раунде тоже я его снял. У меня были соревнования в шахтах. Я провел два боя. И два боя были у меня ничьи. Я провел два боя. Больше понравился второй бой. Соперник упался сильно. Но в первом раунде было сложно, он меня выиграл в первом раунде. Во втором я уже старался и выиграл. А в третьем уже по-любому надо было выигрывать, и я выиграл. Было, конечно же, сложно, но поработал как мог. Опыта еще мало, но постараемся. Я выступал в весовой категории свыше 76 килограммов. Со мной был соперник из Кабардино-Балкарии. Мы боксировали с ним два раунда. Во втором раунде я выиграл его техническим нокаутом. Я выступал на первенстве юности России. Провел два боя. В первом бою одержал победу техническим нокаутом. А во втором было тяжело, но я выиграл бой. Второй год участвую в таких соревнованиях. Я провел два боя. Тяжелее из них был первый бой. Очень хорошо себя показывает у нас Сармадзузев. Я сказал, он призер России. Давид Мамаев очень прибавляет. Также вот Аслан Дюев тоже нас прибавляет. Марат Козанов, он у нас еще где-то второй год занимается. И мы думаем, что с него получится очень хороший тяж. Потому что он для своего веса очень быстрый. И работа тоже будет вести в этом же направлении. Так что мы думаем, что они нас не подведут. В принципе, на кого вы делали в этом году акцент, они оправдали пока ваши? Пока что да, пока что да. Таковы были на неделе ударные вести. Болейте только спортом и будьте здоровы. С вами была Залина Федарова. До встречи в эфире.